Представляю, что у тебя в голове творится. Ну как все, тяжело это, условия такие, ограничений очень больших. Вот. Что у вас еще там? Вот сначала начинали шеврон, заказывали все, когда уезжали туда на Украину-то. Ну, многие же заказывали прямо этими целыми комплектами, ну, целые эти. Сейчас начали уже возвращаться, все знаешь, там раненые, контуженные. Шевроны получают. У меня завтра награждение там, типа, сам хромает, какой-то весь контуженный. Я говорю, Наташа, сейчас, говорю, так и будет. Будут возвращаться, и все будут возвращаться такие. Наполовину, блин, здоровые. Вот. Ну тогда мы уже вот у нас устали приходить, заказывать. Типа, у меня там награждение, сам такой, знаешь, ногу за собой волочит. И там Наташа вообще такой наполовину слышит. Ну, сразу видно, что контуженные. Вот. Ну даже все время эти все снаряды, да все, да, наверное, это же глушит прямо. Вот. Ну, какие-то такие все странные оттуда приезжают. Видно, что какие-то вообще не из этого мира. Вот. Так что вот так вот. Вас, по сути, должны где-то в феврале в отпуск отпустить, да? Ну, вот это... А? Ну, так-то вот то, что ты говорил, что у вас там 8 месяцев вроде, и потом в отпуск. Да? А, да? Блин. Это больше даже? Да ладно. Офигеть.